есть, когда мужчины говорят, давай попробуем жить вместе, они имеют в виду, я попробую, насколько ты комфортно для меня будешь, насколько ты будешь удобный для меня. Я не думаю, что нужно женщинам соглашаться на это. Давай уж примем решение. Если не хватает времени для того, чтобы узнать друг друга, давай будем еще встречаться, узнавать друг друга. Но как только мы стали жить вместе, это уже, по сути дела, брак на одной территории. Мы принимаем решение, я женюсь на тебе, и моя цель — построить с тобой отношения долгосрочные. Это наша общая цель. И если этому будут препятствовать конфликты, я буду и решать их. Хоть раз, хоть два, хоть три делать попытки. Мне кажется, это принципиальный подход. Вот, принципиальная вещь в подходе к конфликтам. Нам нужно понимать, принять совместное решение. Мы строим долгосрочные отношения.